Почетные грамоты из рук губернатора получили главы сельских поселений и городов Кубани. Например, лучшим среди поселений с численностью жителей до 6 тысяч человек стала станица Бреньковская, а лучшим районным центром назвали Кореновск. Торжественное мероприятие приурочено к Дню местного самоуправления, который отметят в это воскресенье. Вениамин Кондратьев подчеркнул важную роль, которую власти станиц, хуторов и поселков играют в развитии небольших территорий. Местное самоуправление – это не только права органов местного самоуправления, ну и, конечно, ответственность. Огромная ответственность за принятые решения и результат. И это принципиально важно, чтобы сегодня те решения, которые руководители органов местного самоуправления принимают, они сверялись с интересами жителей. Но сколько эти решения нужны самому населению, которое проживает на той или иной территории. Это сегодня принципиально важно, чтобы все-таки праздник самоуправления местного был праздником населения. Но если они вовлечены и искренне верят в то, что их работа, их активность нужна местному самоуправлению, руководству того или иного района, станицы, хутора, села, поверьте, тогда мы на самом деле и добьемся и экономического результата, и по-настоящему участия жителей в местном самоуправлении. Можно с уверенностью сказать, что муниципальная власть – это надежная опора, мощная поддержка органов государственной власти. Муниципальная власть – это общественный институт, который нацелен на мгновенную реализацию запросов населения. При нашем общем взаимодействии, работе в одной команде, мы сможем сделать наш край лучше. Местному самоуправлению сегодня отводится ведущая роль и в федеральном проекте благоустройства городской среды. В этом году в регионе приведут в порядок больше 100 скверов, парков и дворовых территорий. Вместе с грамотами победители конкурса также получили денежные призы, которые направят на развитие небольших населенных пунктов.